1 апреля отмечается День смеха. По традиции, друзья и коллеги стараются обмануть или разыграть друг друга. Не осталось в стороне и погода. За окном идет снег и лежат сугробы, будто сейчас не апрель, а середина зимы. Челны ТВ тоже решили поднять настроение зрителям. К 1-апрельскому выпуску мы подготовили подборку ляпов от наших корреспондентов. Так что смотрите все то, что остается за кадром. Планируют начать проверку интервала движения больших автобусов под номером 26. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Айдар Мусин. Новости Татарстана. Отпустите меня домой, Лена. Давай отпишемся. Анна Каренина ждет свой трамвай. Готов ли ты служить верой и правдой нашему телеканалу? Снимать лужи готов? Да. Ты вообще готов работать? Да. Супер. Наклоняй голову. Вставай. Трикратный ура будет? Ура! 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 Вот сейчас я еду 25 километров в час, и вроде бы не быстро, а уже ощущается страшно. Смотри, как нас все пройдет. Давай тогда лучше я присяду. Запись-то идет. Так ты стоп. На территории достаточно много гор, грязного снега. И судя по всему... По ее словам, она посвятила их своим сыновьям, с которыми находилась в долгой разлуке. Каждый мыть... Пресс-служба аэропорта в комментарии нам отказала, однако нам пояснили, что... Вы мобильный отключить не можете? Нет вообще?